Новый обзор. Сегодня вот это, ну, серия дешевых микрофонов, так можно назвать. Вот это микрофон Хама. Здесь написано Хама. Это германская фирма, но все делается в Китае, поэтому это не очень дорого. Я взял за 1250. Вот, ну, что сказать, что до этого у меня был совсем дешевый микрофон, он звенит. Вот, когда я его подключил к компьютеру, к ноутбуку. Вот, ну, то есть, вот это микрофоны, мы же их используем для зума, они должны быть вот такие ходовые. Ну, вот, сразу сказать, что дешевые микрофоны звенят. Вот, для зума, если школьники у вас учатся в школе. И мне пришлось купить вот этот подороже. Ну, как я сказал, за 1250 я взял рублей. Ну, это на сегодняшний день. Ну, и потом мы попробуем, подключим, будет он звенеть, не будет он звенеть. Ну, и не забудьте отдельно купить вот такой, если подключать к ноутбуку, вот такой разветвлитель продается. Он в таких маленьких упаковках. Вот. Чтобы подключить к ноутбуку, его нужен такой разветвлитель. Здесь нарисовано, в общем. Вот, микрофон нарисован слева. А справа для наушников гнездо. Это называется разветвлитель. Вот, это для подключения микрофона к компьютеру. Ну, к ноутбуку. Ну, то есть это, да, также можно, может где-то и... Ну, и к телефону, к андроиду можно подключить. В принципе, ну, тот же принцип, да, и к телефону, вот, потому что на телефоне, на андроиде, там вот именно для такого, вот такой гнездо для четырехколенчатого вот такого штекера, а здесь трехколенчатый, и он, наверное, не будет работать на телефоне. Вот, ну, то есть вот такой для подключения микрофона к ноутбуку или к телефону нужен такой отдельный разветвлитель. Но он стоит где-то в пределе рублей 300, в общем. Вот. Ну, сейчас мы испытаем, как он будет работать. Будет, самое главное, будет он звенеть или не будет, в общем. В общем, вот это. Мы подключаем микрофон, вот этот, испробовать. Вот, включаем сначала разветвлитель. Ну, потом он может поломаться, ну, такой, ну, как бы угловатый. Сначала надо воткнуть вот этот, чтобы его не поломать. Сначала надо включить микрофон. Ну, вот мы микрофон подключаем вот сюда, в общем, где нарисован микрофон, да. Вот. Теперь мы его сюда аккуратно вставляем. Ну, это вообще двумя руками надо. Ну, я держу телефон. Вообще это аккуратно надо двумя руками его сюда вставлять. Вот сюда. Ну вот, в общем, мы подключили микрофон. Вот он, в общем, видно, вот это у меня вот этот микрофон Хама. Вот, вот так он регулируется у него. Вот так наклон. Регулируется на нем наклон вот так вот. И, ну, здесь зачем-то кнопка включить и выключить. Ну, по-видимому, это для заседаний, вот когда они по очереди выступают, начальники. Поэтому здесь кнопка включить и выключить. Вот. Но звук мне не понравился. Звук какой-то металлический. Писка нету, шума нету. Но звук металлический. Держать нужно микрофон примерно ближе, как бы, ну, ближе, значит, к источнику вот этого звука. Вот. Ну, что я хочу сказать. Вот это, ну, мне не нравится металлический звук, в общем. Ну, как сказать, все-таки, ну, более-менее это нормальный микрофон, скажем так, да. Ну, вот это все обозрение. Спасибо за просмотр.